Салют, народы! Пока дымарь разгорается, расскажу вам о своих намерениях. Сегодня сделал два вот таких полукорпуса на 8 рамок. Рамка 145 должна здесь быть. Делал из досок, но доска была 150, а вернее даже не 150, а там чуть даже меньше. И пришлось мне такую небольшую подошву делать из фанеры. Вот, но это, если честно, немножко сыграет злую шутку сегодня, потому что фанера по фанере очень скользкая. Вот, я уже попробовал поставить, но это просто как лыжи по льду. Очень скользко. Но здесь приколочено у этого льда, приколочено. Поэтому потихонечку, полегонечку. Вот так вот. Мечтаю забрать в ближайшее время. Уж не знаю, как скоро мне это получится сделать. Надеюсь, до тех пор, пока он не съедет с этой горки. Ну вот так сделаем. Я думаю, пора приступать к работе. Ну что, многострадальная это, конечно, семейка. Второй переезд за 2 дня. Но тогда я вынужден был это делать, чтобы обеспечить их работой. Да, машинку начали тянуть. И это очень хорошо. Вот она уже. Слегка натянуто. Сажаем волей. Вставляю место для 2 рамок 300-х. Не успел. А мечтал, что успею. Вот про что я имею в виду. Снова ресурсы пчел. Ни в дугу и ни в тую. Ну что же сделаешь? Опа. Что здесь у нас? Межбородка. Здесь хорошо. Еще не достроили свои небоскребы. Так, теперь надо как-то переместить вот эти 2 рамочки. Нет, не видно матку. Но где-то ведь она есть. Внимание, вопрос. Знатокам.
Ну вот. Нектаром. Очень уже все, сутки прошли, обработка состоялась, хотя в принципе можно еще положить, какое-то здесь есть количество вещества действующего, положу здесь вот на эту крайнюю рамочку, там где они больше всего находятся. Сейчас еще вот этих надо проводить.
сегодня с трофейным, еще пока майским нектаром. Сегодня 29 мая. Вот. Пока что еще майский нектар. Что я сделал? Вот эту семью хочу полностью пустить на 145-ю рамку при 8-рамочном содержании. То есть размер, внутренний размер улья 300 на 450. У альпийского улья 300 на 300, а здесь 300 на 450. Ну, как бы вроде говорят, что им так легче, им так лучше, но при этом как преимущество как такового альпийского улья по отношению к 145-й рамке большого я не вижу. Сейчас вот испортилась погода, стал дуть сильный ветер, и откуда со взятка прет пчела. Прям вот налетели на улей. А он для них необычный, они еще к нему не привыкли. Вот все кружатся, как на новые ворота. Вот такие дела. Очень добрые пчелы. У меня таких добрых пчел не было ни разу. То есть, что я могу сказать? Вот только что буквально случилась пересадка. Я стою без маски. И никаких проблем. День в лёт роя, это были прям злые. Мне не подпускали, но они как бы оборонялись. Наверное, с этим связано. А сейчас уже все. Стали добрые. Заселились, все хорошо. Не знаю, всякие могли произойти, конечно, катаклизмы во время пересадки. Будем надеяться, что с маткой ничего не стало. Как только они обсядутся на этом улье, все будет хорошо, я сразу их заберу домой. Это произойдет, долго ждать не придется. Улей, который стоял здесь, хотел поставить вот на этот срезанный пень. Но что-то сразу на него стали налетать пчелы. Он же для них как бы ориентиром является, и цвет, и вид, и форма. Ну и я его втараканил туда, где рамочки были. Там уже несколько пчел привадились к этим рамкам. Но ничего, чуда не произошло. Рой на этой рамке не сел. Вот так это выглядит. Мне кажется, здесь уже завтра будет рой. Супер-пупер. Лучше не скажешь. Но всегда, когда я так говорю, рой не селится. Так что будем лучше помолчим. Вкусный майский мед. Пока еще он майский. А летний не такой вкусный.